Добро пожаловать на канал интернет-магазина «Планета Страйкбола». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный автомат РК-104 Evo Crane производства компании G&G поставляется в картонной коробке с полиграфией. В комплект поставки входит инструкция, каталог продукции компании G&G, сам страйкбольный автомат, бункерный магазин, мушковерт, пакет тестовых шаров и пластиковый шомпол. Страйкбольный автомат РК-104 Evo Crane от компании G&G является вольной вариацией тюнинга 7,62 мм АК-104, который состоит на вооружении подразделений специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации. Главными особенностями представленного страйкбольного автомата является наличие панелей стандарта Picatinny на цевье и ствольной накладке видоизмененной формы, а именно одной снизу для крепления рукояти переноса огня, двух по бокам для установки тактических фонарей и лазерных целеуказателей и одной сверху для крепления оптических и голографических прицелов. На автомате имеется видоизмененная пистолетная рукоять эргономичной формы с вырезами под пальцы. Кроме того, автомат оснащен электроблоубэком, то есть имитация отката затвора назад при стрельбе. Также в качестве особенности можно назвать наличие в магазиноприемнике Magwell Spacer, который позволяет устанавливать магазин правильно и исключать его перекос. Представленный страйкбольный автомат оснащен гирбоксом 3-й версии. Отсек для размещения аккумулятора расположен в прикладе. Для того, чтобы получить к нему доступ, потребуется при помощи плоской отвертки открутить крепежные винты на тыльнике приклада и снять тыльник. Внутри приклада расположен разъем Tamiya Large. На это следует обратить внимание при выборе аккумуляторной батареи. Модель преимущественно изготовлена из металлического сплава. Из стали выполнены дульное устройство, крышка ствольной коробки, переводчик огня и тыльник приклада. Из ударопрочного пластика цевьё, ствольная накладка, магазин, пистолетная рукоять и приклад. Переводчик режимов огня, он же предохранитель, расположен на ствольной коробке справа. Имеет три положения. Верхнее положение, когда предохранитель включен. Среднее положение для ведения автоматического огня. И нижнее положение для ведения одиночного огня. Регулировка хоупапа осуществляется через окошко имитации выбрасывателя. Для того, чтобы получить доступ к регулировке, потребуется оттянуть назад и удерживать шторку имитации затвора. Здесь мы видим ползунок, сдвигая который в сторону приклада, мы увеличиваем степень подкрутки шара. Штатные прицельные приспособления представлены в виде открытых мушки и прицельной планки. Прицельная планка имеет регулировку по вертикали за счет перемещения хомута. Мушка имеет регулировку также по вертикали при помощи мушковерта или отвертки из комплекта оригинального АК. Для крепления оружейного ремня на автомате имеются две антапки, одна на кольце цевья слева, вторая слева у основания приклада. Для того, чтобы установить магазин, потребуется зафиксировать зацеп магазина в передней части шахты магазина-приемника и, двигая магазин назад, закрепить опорный выступ. Для извлечения магазина нужно нажать на рычаг отмыкания и подать магазин пяткой вперед. В комплекте поставляется пластиковый бункерный магазин. Для того, чтобы заполнить его шарами, потребуется открыть крышечку и засыпать шары. Для того, чтобы шары попали в подаватель, необходимо регулярно подкручивать колесико на пятки магазина.